Итак, делаем березовый квас. Березовый квас или березовое шампанское. Ну, расскажи рецепт, как мы работаем. Взяты. Да быстрейше. Взяты бутылки прости от воды. Взяты на них насыпать цукор, кинуть трохи изюма, три штуки. Не трохи, а треба сказати скільки. Це ж рецепт. Я сказав, три штуки. Три штуки засипати, можна і більше. На півтора літрову бутилку, дві ложки сахара і три ізюмінки. Ізюм там нужен для того, щоб на ізюмі, на висушеному ізюмі є винні дрожжі. Значить, вони будуть задавати вот этот процес брожения, то количество сахара, которое находится в березовом соке. И процесс предельно простой. Две ложки сахара, три изюминки. И доливаем это все березовым соком до полных бутылок. Ну и в дальнейшем желательно поместить вот эти бутылки все-таки в теплое место. В холодном месте может пойти процесс не брожения, а гниения. Этот сок испортится и завоняется, сделается слизистым и, ну, и непригодным для употребления. Значит, вот это все разливаем, ставим в теплое место. И получается уникальный продукт, газифицированный, природная вырабатывается углекислота, насыщается настолько углекислым газом, приблизительно за месяца два. Ну и хранится он может бесконечное количество. Ну, обычно летом это все дело уходит. Жарко, хочется пить. Ну и кто любит выпить что-то газированного и попускать смачные отрыжки, то это самое то. Потому что насыщается он углекислым газом даже не так, как минеральная вода, а просто мощно она соединяется. Когда мы это все дело выпить, то идет отличная такая здоровая отрыжка. Ну вот и все, что хотелось сказать по этому поводу.